Добро пожаловать на наш канал, друзья. Сегодня у нас с вами гороскоп на 2025 год для каждого знака зодиака. Поговорим об общем прогнозе на 2025 год, что нас ожидает, на какие моменты стоит обратить внимание и уделим внимание каждому знаку зодиака. Обязательно просмотрите это от начала до конца. Также посмотрите не только свой знак зодиака, но и членов семьи. Ну а мы с вами, друзья, начинаем. 2025 год обещает стать временем перемен и новых возможностей для всех знаков зодиака. Этот год принесет с собой энергетические колебания, которые повлияют как на личную жизнь, так и на глобальные события. Под влиянием планет и звезд многие знаки столкнутся с вызовами, которые помогут им расти и развиваться, а также откроются перед ними новые перспективы. Друзья, рассмотрим гороскоп, что же нам ждать от этого 2025 года. Итак, друзья, год 2025 начнется под влиянием Юпитера, планеты удачи и расширения, что уже обещает позитивное начало. Многие почувствуют прилив энтузиазма и мотивации для достижения новых высот. Однако вместе с этим влиянием Урана, планеты перемен, указывает на то, что этот год будет полон неожиданных событий. Если вы были готовы к стабильности, то стоит пересмотреть свои ожидания, ведь 2025 год принесет множество сюрпризов. Тем не менее, звезды подчеркивают важность гибкости и адаптации. Чем легче вы будете подстраиваться под изменения, тем больше шансов у вас будет добиться успеха. Этот год будет благоприятен для тех, кто готов учиться, рисковать и принимать новое в своей жизни. 2025 год станет важным годом для личных отношений и романтических связей. Для тех, кто находится в отношениях, это будет год для пересмотра и укрепления союзов. Влияние Венеры, планеты любви и гармонии, усилит желание наладить более глубокие и эмоционально насыщенные отношения. Звезды советуют не избегать обсуждений и открытых разговоров. Честность станет ключом к успеху в любовных делах. Для одиноких 2025 год может принести встречу с важным человеком, который сыграет значимую роль в жизни. Однако важно не спешить и не ставить слишком высоких ожиданий. Откройте свое сердце, но будьте готовы к тому, что для создания крепких отношений потребуется время и усилия. В семейной жизни также возможны изменения. Этот год будет благоприятным для решения семейных вопросов, укрепления связи с близкими, а также планирования будущего. Финансовая сфера в 2025 году потребует особого внимания. Влияние планеты Сатурн, связанное с ответственностью и трудом, указывает на необходимость дисциплины и аккуратного подхода к деньгам. Для достижения финансовой стабильности важно не полагаться на мгновенные выигрыши или рискованные сделки. Этот год потребует терпения, разумного планирования и четкого подхода к управлению деньгами. Тем не менее, 2025 год обещает быть успешным для тех, кто готов к упорной работе. Многие знаки зодиака смогут добиться карьерных высот, особенно в сферах, связанных с технологиями, инновациями и наукой. Год также будет благоприятен для стартапов и предпринимательства. Те, кто решится на новые проекты, могут рассчитывать на поддержку со стороны звезд. Уран, планета нововведения, внесет в рабочую сферу неожиданные повороты. Возможно, многие столкнутся с переменами в своей работе, сменой должности, повышением или даже изменением сферы деятельности. Важно быть открытым к новым возможностям и не бояться шагать в неизвестность. 2025 год потребует и особого внимания к здоровью, как физическому, так и эмоциональному. Влияние Юпитера и Сатурна указывает на важность балансировки между активным образом жизни и заботой о своем теле. Этот год станет отличным временем для работы над собой, начиная с правильного питания и регулярных физических упражнений, заканчивая медитацией и духовными практиками. Эмоциональная сфера также будет играть значимую роль. Под влиянием Нептуна, планета интуиции и духовности, многие почувствуют необходимость в саморазвитии и поиске внутреннего равновесия. Психологическое здоровье станет одним из приоритетов. Звезды советуют не игнорировать сигналы своего тела и своевременно обращаться за помощью, если вы чувствуете усталость или эмоциональное истощение.
Год будет благоприятен для новых начинаний в сфере здоровья, смена диеты, внедрения физических тренировок, посещения психолога или других специалистов. Также многие знаки откроют для себя альтернативные методы лечения и оздоровления, такие как йога, дыхательные практики или медитация. Теперь поговорим о важных периодах в 2025 году. Итак, весна 2025 года станет временем перемен и новых начинаний. Это благоприятный период для старта проектов, новых начинаний в карьере и любви. Влияние Юпитера будет усиливать желание развиваться и двигаться вперед. Далее важный период – это лето 2025 года. Это время отдыха и восстановления сил. Этот период стоит посвятить семейным и личным делам, отдыху и саморазвитию. Влияние Венеры сделает лето благоприятным для романтических путешествий и укрепления отношений. Далее важный период – это осень 2025 года. Это время будет для карьерного роста и профессиональных достижений. Этот период будет для многих наполнен возможностями для карьерного роста, реализации амбициозных планов и финансового успеха. Зима 2025 года потребует подведения итогов и планирования будущего. Это время внутреннего роста и самопознания, когда важно осмыслить достижения года и составить планы на будущее. Как и в любой год, в 2025 году будут периоды ретроградности планет, которые могут повлиять на различные аспекты жизни. Меркурий ретрограден будет несколько раз в году. Это время, когда стоит избегать важных подписаний контрактов, решений, связанных с коммуникациями и документами. Венера ретроградна в июле-августе 2025 года. Это период, когда любовные отношения могут быть подвержены испытаниям. Это время для пересмотра личных связей и поиска гармонии. Марс ретрограден в октябре 2025 года. Влияние этой планеты может затормозить активные начинания, требующие физической активности. Важно следить за своим эмоциональным состоянием и избегать конфликтов. 2025 год обещает быть годом возможностей, перемен и роста. Несмотря на возможные трудности и неожиданности, этот год откроет перед всеми знаками зодиака новые перспективы. Главное – быть открытым к новому, не бояться перемен и смело идти вперед. Звезды будут благоволить тем, кто готов учиться, развиваться и проявлять гибкость. Важно помнить, что каждый новый вызов – это возможность для роста, и каждый успех в 2025 году будет заслуженным результатом упорного труда. Этот год принесет больше осознанности, стремления к гармонии и внутреннему балансу. Поэтому надейтесь на лучшее, верьте в себя и будьте готовы к трансформациям, которые ждут вас в 2025 году. Теперь уделим внимание каждому знаку зодиака и поговорим, на что же ждет каждого знака зодиака в 2025 году. Начнем со знака зодиака Овен, уважаемые Овны. 2025 год для вас обещает быть динамичным и насыщенным событиями. Вы окажетесь на пике своей активности, что принесет вам множество возможностей как в профессиональной, так и в личной сфере. Овны почувствуют прилив энергии, который подтолкнет их к новым свершениям. Ваша природная амбициозность и стремление к успеху помогут вам продвигаться вперед, но звезды советуют не забывать о важности поддержания баланса между работой и личной жизнью. В течение года могут возникать ситуации, которые будут требовать от вас гибкости и умения адаптироваться к изменениям. Финансовая удача будет сопутствовать тем овнам, кто сосредоточится на долгосрочных планах и проектировании будущего. В 2025 году важно избегать импульсивных решений в вопросах денег и инвестиций. Лучше всего для вас будет развивать стратегический подход и тщательно планировать свои действия. Умение строить деловые отношения и поддерживать связи с коллегами и партнерами откроет перед вами новые источники дохода. Не забывайте также вкладываться в обучение и расширение своих профессиональных навыков. Это даст вам конкретное преимущество.
Ваша энергия будет на высоте, но это не означает, что, уважаемые овны, вам нужно забывать о профилактике и заботе о своем здоровье. Избегайте чрезмерных нагрузок, особенно физических, чтобы не истощать ресурсы организма. Уделяйте внимание сердечно-сосудистой системе, особенно если у вас есть предрасположенность к повышенному давлению или стрессам. Практики медитации, занятия йогой или другими расслабляющими техниками помогут вам поддерживать эмоциональное равновесие и улучшат ваше самочувствие. Звезды советуют овнам быть осторожными на протяжении 2025 года с крупными покупками и не торопиться с серьезными инвестициями. Периоды ретроградного Меркурия могут внести путаницу в финансовые сделки, поэтому лучше в такие моменты воздержаться от важных решений. Постарайтесь уделять больше времени отдыху, ведь ваше физическое и эмоциональное здоровье станет основой для будущих успехов. Далее Телец, уважаемые Тельцы, для вас 2025 год станет временем уверенности, стабильности и укрепления позиций во многих сферах жизни. Вы почувствуете, что наконец-то обретаете устойчивость как в финансовых, так и в личных делах. Этот год будет особенно благоприятным для профессионального роста и улучшения вашего социального статуса. Однако не стоит останавливаться на достигнутом. Важно продолжать стремиться к новым целям, укрепляя свои достижения и развивая навыки, которые помогут вам еще больше раскрыть свой потенциал. Для Тельцов ключевым станет умение сохранять спокойствие и уверенность в любых ситуациях. 2025 год принесет Тельцам много возможностей для улучшения финансового положения. Это время, когда вы можете смело начинать думать о долгосрочных инвестициях и стратегическом планировании. Будьте уверены в себе при принятии финансовых решений, особенно если речь идет о крупных покупках, такие как недвижимость или вложения в перспективные проекты. Звезды советуют Тельцам избегать ненужных финансовых рисков и тщательно обдумывать каждую сделку, поскольку ваша природная осторожность поможет вам избежать потерь. Это хороший период для того, чтобы накапливать капитал и создавать прочную финансовую базу на будущее. Что же касательно здоровья, то ваша физическая форма в 2025 году будет стабильной, но стоит уделить внимание пищеварительной системе. Тельцы, как правило, любят вкусно поесть, однако важно следить за тем, чтобы ваша диета была здоровой и сбалансированной. Регулярные физические упражнения помогут поддерживать тело в тонусе и улучшат ваше самочувствие. Обратите внимание на режим питания и избегайте переедания или чрезмерного увлечения жирными и тяжелыми продуктами. Включение в рацион свежих овощей, фруктов и полезных жиров благоприятно скажется на вашем здоровье. Звезды советуют Тельцам в 2025 году развивать терпение и настойчивость. Эти качества помогут вам добиваться успеха как в профессиональной деятельности, так и в личных отношениях. Планирование станет вашим основным инструментом для достижения целей. Составляйте планы заранее, следуйте им последовательно и терпеливо, не стремясь к мгновенным результатам. Важно сохранять равновесие между работой и отдыхом, чтобы избежать выгорания. Близнецы. Уважаемые близнецы, 2025 год обещает быть динамичным и наполненным новыми возможностями для близнецов. Вы окажетесь в центре множества событий, связанных с общением и новыми контактами. Это время благоприятно для саморазвития, изучения новых тем и расширения кругозора. Год 2025 принесет вам множество шансов для развития как в личной, так и в профессиональной сфере. Ваша природная гибкость и умение адаптироваться помогут вам воспользоваться изменениями, которые могут прийти в вашу жизнь. Ожидайте значительных перемен, особенно в карьере и отношениях, которые откроют перед вами новые горизонты. В 2025 году для близнецов важную роль в привлечении денег сыграют партнерские отношения и эффективное использование коммуникативных навыков. Ваше умение устанавливать полезные деловые связи станет ключом к новым финансовым возможностям. Период будет благоприятен для заключения сделок, старта совместных проектов и расширения вашего делового окружения. Однако звезды советуют избегать слишком рискованных инвестиций и не полагаться на удачу в авантюрных финансовых операциях. Важно тщательно планировать свои расходы и распределять финансы рационально, чтобы избежать неожиданных потерь.
Что же касательно здоровья, то в 2025 году ваше эмоциональное и психическое здоровье будут требовать особого внимания. Частая вовлеченность в активное общение и множество задач могут привести к переутомлению и стрессу. Чтобы избежать истощения, старайтесь регулярно выделять время для отдыха и восстановления. Забота о нервной системе будет играть ключевую роль. Регулярные прогулки на свежем воздухе, медитации и практики осознанности помогут вам поддерживать внутренний баланс и эмоциональную устойчивость. Также стоит избегать стрессовых ситуаций и постараться найти способы эффективного управления стрессом. Для того, чтобы 2025 год принес вам большие успехи, близнецам важно научиться сосредотачиваться на одной задаче за раз. Ваша склонность к многозадачности может стать помехой на пути к достижению максимальных результатов. Попробуйте структурировать свои планы и работать последовательно над каждым проектом. Это поможет вам не только эффективнее управлять временем, но и добиваться более впечатляющих результатов в личной и в профессиональной жизни. Рак, уважаемые раки, для вас 2025 год станет временем глубокого внутреннего роста и эмоционального развития. Это будет год, когда вы сможете лучше понять себя, свои потребности и чувства. Ожидайте, что этот год принесет вам множество возможностей для улучшения ваших личных и семейных отношений. Вы сможете наладить гармонию как в своей душе, так и в окружении. Ваша природная интуиция станет вашим главным союзником, помогая вам принимать правильные решения и создавать комфортную атмосферу в семье и на работе. Ваша эмоциональная поддержка будет ценна для окружающих, и это укрепит ваши связи с близкими людьми. В 2025 году ракам стоит обратить внимание на долгосрочные финансовые проекты, особенно те, которые связаны с недвижимостью или семейным бизнесом. Вложение денег в укрепление семейных активов или покупка недвижимости могут стать успешными шагами в этом году. Вы почувствуете, что финансовая стабильность переходит через терпение и вдумчивое планирование. Создание накоплений также станет важной задачей на этот год. Ну а чтобы избежать неожиданных финансовых проблем, избегайте поспешных решений и не рискуйте деньгами без предварительного анализа. Финансовая удача придет к вам через консервативные и продуманные шаги. Что же касательно здоровья, то ваше физическое здоровье в 2025 году будет в целом стабильным. Но особое внимание стоит уделить своему эмоциональному состоянию. Раки – это знак, который очень сильно зависит от своего эмоционального фона, поэтому важно поддерживать внутреннее равновесие. Регулярные практики медитации, дыхательные упражнения и при необходимости сеансы психотерапии помогут вам справляться с эмоциональными нагрузками и стрессами. Если вы чувствуете переутомление или беспокойство, не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Забота о своем ментальном благополучии станет залогом хорошего самочувствия. В 2025 году ракам рекомендуется сосредоточить свое внимание на семейных делах и укреплении отношений с близкими людьми. Этот год будет благоприятным для создания прочных и гармоничных семейных связей, а также для улучшения атмосферы в доме. Ваши заботы и внимание к родным помогут вам укрепить чувство безопасности и стабильности. Не упускайте возможности наладить старые конфликты и поддержать тех, кто нуждается в вашей поддержке. Этот год – идеальное время для создания прочного фундамента как в личной, так и в профессиональной жизни. Лев, уважаемые львы, 2025 год обещает вам множество возможностей для карьерного роста, самореализации и достижения новых высот. Этот год станет идеальным временем для демонстрации ваших лидерских качеств. Львы будут стремиться быть в центре внимания. В 2025 году звезды благоволят этому. Ваше умение вдохновлять других и вести за собой поможет вам добиться признания как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Однако, несмотря на вашу силу и амбиции, важно помнить о необходимости делиться успехом с другими людьми. Помогая коллегам и поддерживая близких, вы укрепите свою репутацию и создадите крепкую основу для дальнейших достижений. Период будет наполнен успехами, если вы не станете забывать о важности командной работы и не будете замыкаться только на собственных интересах.
В 2025 году львы смогут существенно улучшить свое финансовое положение благодаря своим харизматичным качествам и уверенности в себе. Ваша способность вести переговоры, привлекать внимание и находить общий язык с влиятельными людьми будет играть ключевую роль в увеличении доходов. Особенно успешным может оказаться участие в крупных проектах или сотрудничество с партнерами, которые помогут вам раскрыть новые источники дохода. Важно использовать свою харизму и лидерские способности для привлечения инвесторов и новых возможностей. Однако звезды предостерегают львов от чрезмерных трат и импульсивных покупок. Ваша склонность к роскоши и желание жить на широкую ногу может сыграть против вас, если не будете внимательны к своим расходам. Ну а чтобы сохранить финансовую стабильность, старайтесь планировать бюджет заранее и избегать ненужных затрат. Умение управлять деньгами и разумные вложения помогут вам достичь материального благополучия в 2025 году. Что же касательно здоровья, то львы в 2025 году будут полны энергии и жизненных сил, что позволит им с легкостью справляться с множеством задач. Однако звезды напоминают о необходимости уделять особое внимание сердечно-сосудистой системе. Львы – знак, который живет на полных оборотах, но чрезмерная активность и стресс могут негативно сказаться на здоровье сердца. Чтобы поддерживать себя в отличной форме, рекомендуется заниматься регулярными физическими упражнениями. Это может быть кардионагрузка, плавание, йога или даже активные прогулки на свежем воздухе. Занятия спортом помогут снять напряжение и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Также стоит обратить внимание на сбалансированное питание, ограничить употребление жирной пищи и алкоголя, чтобы избежать перегрузки организма. В 2025 году львы должны быть открыты к новым идеям и проектам. Звезды советуют не бояться рисковать и брать на себя инициативу в важных делах. Это вам обязательно принесет успех. Однако важно помнить, что личная жизнь также требует внимания. Гармония в отношениях с близкими станет ключом к внутреннему равновесию и эмоциональному благополучию. Львам стоит уделять больше времени своим родным и друзьям, поддерживая их в трудные моменты и не забывая о важности общения. Ваше стремление к успеху не должно затмевать значимость человеческих связей. Баланс между работой и личной жизнью поможет вам избежать выгорания и сделает вас более успешным как в профессиональной, так и в эмоциональной сфере. Дева. Уважаемая Дева, 2025 год для Дев станет временем интенсивного роста как в профессиональной, так и в личной жизни. Ваша склонность к аналитическому мышлению и внимание к деталям позволит вам успешно справляться с любыми задачами. Ваша способность к организации и планированию даст возможность завершить долгосрочные проекты, которые вы, возможно, откладывали. Этот год станет идеальным периодом для того, чтобы укрепить свои позиции в карьере и подняться на новый уровень. Благодаря вашей настойчивости и дисциплине вы сможете не только добиться целей, но и навести порядок в своей жизни, будь то работа или личные отношения. Используйте свою природную аккуратность, чтобы создать стабильную основу для будущего. Важно не забывать о балансе между работой и отдыхом, чтобы избежать переутомления и стресса. В 2025 году финансовые успехи Дев будут напрямую зависеть от вашего умения планировать и организовывать. Этот год благоприятен для заключения долгосрочных контрактов и стабильных финансовых вложений. Однако Девам нужно проявить осторожность и избегать поспешных решений. Ваша сила в анализе и расчете, поэтому доверяйте своему уму, прежде чем вкладывать деньги в рискованные проекты. Финансовое планирование станет ключевым инструментом для достижения материального благополучия в 2025 году. Составляйте бюджет, контролируйте свои расходы и инвестируйте в проверенные активы. Кроме того, ваша склонность к экономии и практичность помогут вам сохранить накопленные деньги и избежать ненужных трат. Внимание к деталям и аккуратное управление финансами принесут вам финансовую стабильность и уверенность в будущем. Что же касательно здоровья, то ваше здоровье в 2025 году будет находиться на высоком уровне, если вы продолжите придерживаться здорового образа жизни. Для Дев важно уделять внимание своему пищеварению, поскольку именно эта система организма требует особой заботы. Регулярное питание с акцентом на свежие овощи, фрукты и продукты, богатые клетчаткой, поможет вам поддерживать хорошее самочувствие.
Кроме того, полезным будет введение физических нагрузок в ваш распорядок дня. Это может быть йога, плавание или просто активные прогулки на свежем воздухе. Такие занятия помогут вам не только укрепить физическое здоровье, но и снять эмоциональное напряжение. Не забывайте о важности расслабления и эмоциональной разгрузки. Медитация и чтение книг будут отличным способом поддерживать внутренний баланс. Организованность и внимание к деталям – это будут ваши главные союзники в 2025 году. Эти качества помогут вам достичь успеха в любом начинании, будь то работа, проекты или личные дела. Однако важно не увлекаться чрезмерной критикой как к себе, так и к окружающим. Иногда ваша склонность к перфекционизму может мешать видеть общую картину или принимать спонтанные решения. Старайтесь быть более терпимыми к ошибкам и к своим, и к чужим. Помните, что не всегда все должно быть идеально, и умение адаптироваться к ситуациям принесет вам больше пользы, чем стремление контролировать все до мельчайших деталей. Используйте свои сильные стороны, но не забывайте, что гибкость и открытость к переменам также играют важную роль на пути к успеху. Весы, уважаемые весы, 2025 год для весов будет наполнен стремлением гармонии и стабильности. Вы будете искать баланс во всех сферах жизни, от работы и карьеры до личных отношений и саморазвития. Этот год создаст идеальные условия для того, чтобы установить внутреннее и внешнее равновесие. Вы сможете лучше понять, какие аспекты жизни требуют внимания и где необходимы изменения для достижения личной гармонии. 2025 год также будет временем укрепления социальных связей. Весы, как природные дипломаты, будут особенно успешны в налаживании новых деловых контактов и укреплении старых отношений. Вы сможете найти общий язык с разными людьми, что откроет для вас новые возможности как в личной, так и в профессиональной жизни. Этот год станет периодом, когда многие ваши инициативы будут зависеть от сотрудничества с другими людьми, и весы будут блистать в роли посредников и переговорщиков. Для привлечения финансового успеха в 2025 году весам следует сосредоточиться на партнерстве и совместных проектах. Удача будет сопровождать вас в ситуациях, связанных с коллективной работой, а также в проектах, где важна командная игра. Совместные инвестиции, сотрудничество с партнерами или участие в крупных проектах помогут вам существенно увеличить свои доходы. Однако, чтобы эти возможности действительно привели вас к успеху, важно внимательно изучать условия сделок, документы и контракты. В 2025 году весы должны быть осторожны с финансами, особенно в отношении подписания важных контрактов и крупных инвестиций. Внимание к деталям будет ключевым фактором, так как любое недоразумение или ошибка в документации могут привести к финансовым потерям. Прежде чем вступать в новые финансовые обязательства, весам стоит проконсультироваться с экспертами или партнерами, чтобы избежать возможных рисков. Что же касательно здоровья, то в 2025 году ваше здоровье будет в целом стабильным. Однако стоит уделить особое внимание укреплению иммунной системы. Весы могут быть склонны к сезонным заболеваниям, поэтому профилактика будет важной частью вашего плана на год. Регулярные прогулки на свежем воздухе, активный отдых и сбалансированное питание с упором на витамины и минералы помогут сохранить энергию и иммунитет на высоком уровне. Помимо физического здоровья, весам следует обратить внимание на эмоциональное и психическое состояние. Стремление к равновесию и гармонии поможет избежать стресса, но важно не забывать о регулярном отдыхе и способах расслабления. Медитация, йога или просто тихие вечера дома с книгой помогут весам восстановить внутреннюю энергию и поддерживать эмоциональное равновесие. 2025 год будет для весов годом поиска баланса и гармонии. Чтобы добиться успеха, старайтесь находить золотую середину между работой и личной жизнью. Важно не забывать о том, что личное время и отдых играют такую же важную роль, как и карьерные достижения. Стремитесь планировать свою жизнь так, чтобы у вас оставалось время для восстановления и заботы о себе. Кроме того, весам нужно научиться говорить «нет», если вы чувствуете, что нагрузка на работе или в отношениях становится слишком велика. Ваша задача – научиться поддерживать свои внутренние ресурсы и избегать переутомления. Это будет ключевым моментом для достижения долгосрочной стабильности и гармонии.
Скорпион. 2025 год для скорпионов станет временем глубоких внутренних изменений и трансформаций. Этот год может принести вам множество изменений как в личной жизни, так и в карьере. Скорпионы будут особенно чувствительны к переменам, стремясь к поиску новых смыслов и достижению глубинного понимания себя и своего окружения. Вы будете активно искать пути для саморазвития, исследовать новые грани своей личности и стремиться к трансформации во всех сферах жизни. Этот год откроет для вас возможность работать над своими скрытыми страхами и неразрешенными вопросами. В 2025 году скорпионы смогут освободиться от того, что тянуло их назад, и начать путь к новым целям и достижениям. Ваша интуиция станет вашим лучшим проводником в этот период, помогая вам принимать важные решения и избегать ошибок. Важно сосредоточиться на самопознании и развитии своих эмоциональных и духовных аспектов, что позволит вам выйти на новый уровень личностного роста. Финансовый аспект 2025 года будет для скорпионов особенно важен. Ваше стратегическое мышление и способность к анализу будут ключевыми в привлечении денег и успеха. Но чтобы добиться финансовой стабильности и успеха, вам необходимо сосредоточиться на долгосрочных проектах и серьезных инвестициях. Скорпионы обладают врожденной интуицией, которая поможет вам принимать взвешенные решения в бизнесе и финансах. В 2025 году лучше всего работать вам с крупными проектами, которые требуют терпения и долгосрочных обязательств. Это может быть покупка недвижимости, инвестиции в акции или создание даже нового бизнеса. Скорпионам важно избегать риска и импульсивных действий в финансовых делах. Старайтесь принимать решения на основе тщательного анализа и прогноза. Ваша целеустремленность и умение следовать своим планам приведут к финансовому успеху, но не торопитесь, отдавайте предпочтение стабильным и продуманным инвестициям. Что же касательно здоровья, то скорпионы в 2025 году могут рассчитывать на крепкое здоровье, если будут уделять внимание профилактике и заботе о своем организме. Ваша природная выносливость и сила позволят вам легко справляться с физическими нагрузками и стрессом. Но важно не забывать о регулярных медицинских осмотрах. Это поможет выявить возможные проблемы на ранней стадии и избежать серьезных заболеваний. Особое внимание стоит уделить психическому здоровью. Скорпионы склонны к глубоким эмоциональным переживаниям. И в 2025 году важно научиться отпускать негативные эмоции и избегать длительных стрессовых ситуаций. Поэтому медитации, йога и психотерапия помогут вам справляться с внутренним напряжением. Эмоциональная гармония станет ключом к вашему общему благополучию. Постарайтесь не зацикливаться на контроле и позвольте событиям развиваться естественным образом. Для скорпиона 2025 год будет годом, когда важно научиться отпускать контроль и доверять процессу. Скорпионы, как правило, любят держать все под контролем, но в этом году звезды советуют вам быть гибкими и открытыми к изменениям. Это поможет вам сохранить внутреннее равновесие и гармонию, а также избежать излишней напряженности. Главное, не бойтесь перемен, они принесут вам новые возможности и помогут раскрыть потенциал, который был скрыт до этого момента. Учитесь доверять себе и своей интуиции. Позвольте внутренним процессам привести вас к трансформации, которая улучшит все аспекты вашей жизни. Далее Стрелец, уважаемые наши Стрельцы, для вас 2025 год обещает стать временем великих открытий, путешествий и новых горизонтов. Ваша природная жажда приключений, стремление к свободе и оптимизм помогут вам добиться успеха как в личной жизни, так и в карьере. Стрельцы будут особенно активны в поисках новых знаний, самопознания и расширения кругозора. Этот год откроет перед вами множество возможностей, связанных с развитием, путешествиями, обучением и новыми профессиональными направлениями. Вам предстоит столкнуться с интересными предложениями, которые могут включать международные поездки или участие в проектах за рубежом. 2025 год будет благоприятным для тех стрельцов, кто стремится к личностному росту и обучению. Вы можете начать учить новый язык, освоить новую профессию или углубить свои знания в уже знакомых областях. Не бойтесь следовать своим мечтам и делать шаги за пределы зоны комфорта. Этот год благоволит смелым инициативам и решительным действиям.
Финансовый успех стрельцов в 2025 году будет связан с их способностью расширять горизонты и смотреть на возможности с глобальной перспективы. Это отличное время для тех, кто ищет способы заработка за рубежом или планирует участие в международных проектах. Если у вас есть возможности работы за границей, командировок или инвестиций в зарубежные рынки, обязательно воспользуйтесь ими. Также важно обратить внимание и на обучение. Оно может стать ключом к вашему финансовому росту. Стрельцы, которые инвестируют в свое образование или расширение профессиональных навыков в 2025 году, могут рассчитывать на значительное улучшение своего финансового положения. Международное сотрудничество, работа с иностранными клиентами или новые партнерства могут стать источником вашего дохода. Также избегайте поспешных решений в финансовых вопросах и старайтесь выбирать те проекты, которые обещают стабильные и долгосрочные результаты. Ваш оптимизм и желание развиваться будут способствовать успеху, но важно поддерживать реалистичное видение и тщательно планировать свои шаги. Далее здоровье стрельцов. И здоровье стрельцов в 2025 году будет в основном крепким, но важно не забывать о регулярной физической активности, которая поможет вам поддерживать уровень энергии на высоте. Вы будете чувствовать прилив сил и вдохновения, но это не повод забывать о своей физической форме. Регулярные тренировки, активные занятия спортом и свежий воздух помогут вам сохранить баланс. Особенно полезными будут занятия, которые сочетают физическую нагрузку и духовные практики, такие как йога, пилатес или медитации. Стрельцам важно не только тренировать тело, но и уделять внимание своему ментальному здоровью. Путешествия и новые впечатления могут стать прекрасным способом расслабиться и восстановить силы. Также уделить внимание и рациону. Питание должно быть сбалансированным, чтобы поддерживать активный образ жизни. Стрельцы часто игнорируют режим питания, отдавая предпочтение спонтанным перекусам, но в 2025 году рекомендуется организовать распорядок дня так, чтобы избегать стресса и поддерживать энергию на высоком уровне. 2025 год принесет вам множество возможностей для роста, и важно быть гибкими и открытыми для новых начинаний. Этот год идеален для саморазвития, расширения круга общения и получения новых знаний. Главное, не бойтесь принимать вызовы и рисковать, ваши усилия обязательно окупятся. Ваше стремление к развитию и к познанию откроет перед вами новые горизонты. Если вы будете достаточно гибкими и готовы к переменам, то сможете использовать весь потенциал года. Постарайтесь сохранить баланс между стремлением к новым впечатлениям и необходимостью обдуманных шагов в финансах и работе. Далее Козерог. Уважаемые Козероги, для вас 2025 год станет годом масштабных карьерных достижений и профессионального роста. Ваша целеустремленность, дисциплина и неутомимое стремление к успеху помогут вам продвинуться на новый уровень в карьере и бизнесе. Это время, когда вы сможете проявить свои лидерские качества, заслужить уважение коллег и укрепить свою репутацию. Козероги всегда выделяются своим трудолюбием, и в 2025 году это качество станет залогом вашего успеха. Год будет особенно удачным для тех, кто стремится к долгосрочным проектам и инвестициям. Ваша способность мыслить стратегически поможет вам не только добиться личных целей, но и заложит фундамент для стабильного будущего. Профессиональные связи, построенные в этом году, окажутся полезными и долговременными. В личной жизни 2025 год принесет вам больше гармонии. Вы сможете найти баланс между карьерой и личными отношениями, что станет ключевым элементом вашего успеха в обоих направлениях. Финансовая стабильность и успех будут сопровождать Козерогов на протяжении всего 2025 года. Ваши старания и усилия в прошлом начнут приносить плоды, и вы заметите, как укрепляется ваше финансовое положение. Год благоприятен для вложений в стабильные и долгосрочные проекты. Если вы планировали приобретение недвижимости, бизнеса или инвестирование в крупные активы, 2025 год – подходящее время для этого. Козерогам следует избегать спекуляций и рисков, связанных с быстрыми доходами. Ваш успех будет построен на последовательности и планомерной работе. Ключевым аспектом будет финансовая дисциплина. Если вы будете сохранять контроль над своими расходами и доходами, то удача окажется на вашей стороне.
Поддерживайте доверительные отношения с коллегами и деловыми партнерами. Эти связи помогут вам расширить свои возможности и привлечь новые источники дохода. Что же касательно здоровья, то здоровье козерогов будет крепким в 2025 году, но важно не забывать о том, что сбалансированный режим дня и полноценный отдых – это залог вашего успеха. Постоянная работа и нагрузка могут привести к физическому и эмоциональному истощению, поэтому обратите внимание на свои привычки. Регулярные перерывы, занятия спортом и медитацией помогут вам сохранять энергию и снижать уровень стресса. Особое внимание следует уделить состоянию костей и суставов. Укрепляйте организм с помощью правильного питания, включающего продукты, богатые кальцием и витаминами. Регулярные физические нагрузки, такие как плавание, йога, также помогут поддерживать ваше здоровье на высоком уровне. Если в прошлом у вас были проблемы с иммунной системой, обратите внимание на профилактику, особенно в холодное время года. Занимайтесь укреплением иммунитета с помощью витаминов и регулярных осмотров. 2025 год – это год амбициозных проектов и больших целей для козерогов. Не бойтесь браться за крупные задачи и делать шаги к долгосрочным результатам. Ваша решительность и готовность к кропотливой работе принесут вам заслуженные награды. Старайтесь сохранять баланс между карьерой и личной жизнью. Важно уделять внимание не только работе, но и отдыху, чтобы поддерживать высокий уровень энергии и избежать эмоционального выгорания. Далее Водолей. Уважаемые Водолеи, 2025 год станет временем инноваций, идей и прорывов. Ваше стремление к прогрессу и переменам выйдет на передний план. Это окажет огромное влияние на ваши достижения в личной и профессиональной сферах. Этот год откроет перед вами новые возможности для самовыражения, особенно в сфере социальных проектов и технологий. Водолеи известны своим нестандартным мышлением, и в 2025 году это качество станет особенно ценным. Ваша креативность и умение смотреть на мир под новым углом помогут вам находить нестандартные решения для старых проблем. Водолеи всегда стремятся улучшить мир, и в 2025 году вам представится шанс воплотить свои идеи в жизнь. Социальные проекты, направленные на помощь другим, могут стать важной частью вашего года, а ваша энергия и энтузиазм позволят достичь значительных успехов в этой области. Личная жизнь Водолеев будет наполнена новыми встречами и возможностями для укрепления отношений. Этот год принесет вам больше свободы и пространства для творчества. Вы сможете наслаждаться гармонией в отношениях, особенно если будете открыты к новым впечатлениям и к людям. Для привлечения денег и удачи в 2025 году Водолеям важно сосредоточиться на своих уникальных идеях и возможностях их реализации. Ваше нестандартное мышление и креативный подход к работе помогут вам открыть новые источники дохода. Год благоприятен для старта новых проектов, особенно связанных с технологиями, интернет-бизнесом и инновациями. Ваша способность предсказывать тренды и идти в ногу с последними новшествами даст вам конкурентное преимущество. Обратите внимание на возможности инвестирования в новые технологии, стартапы или экологические проекты. Это может принести вам значительный финансовый успех. Избегайте традиционных и устаревших методов заработка. Ваша сила в инновациях и смелости брать на себя проекты, которые другим кажутся сложными или рискованными. Но не забывайте анализировать свои шаги и тщательно планировать действия, чтобы избежать ненужных финансовых рисков. В 2025 году Водолеям стоит уделить особое внимание своему психическому и эмоциональному здоровью. Поскольку год будет насыщен активностью и новыми проектами, существует риск переутомления и нервного истощения. Но чтобы сохранить энергию и позитивное настроение, включайте в свою повседневную жизнь регулярные медитации, занятия йогой или дыхательные практики. Эти техники помогут вам поддерживать внутренний баланс и снижать уровень стресса. Также старайтесь не забывать про полноценный отдых и делайте паузы в работе, особенно если почувствуете напряжение. Важно поддерживать здоровый образ жизни, регулярно занимайтесь физическими упражнениями и следите за питанием. Водолеям необходимо больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы снизить ментальное и эмоциональное напряжение.
2025 год для Водолея станет временем возможностей и перемен, поэтому будьте открыты ко всему новому. Это ваш шанс реализовать идеи, которые могут изменить не только вашу жизнь, но и принести пользу обществу. Технологии и социальные проекты окажутся той областью, где вы сможете проявить себя наиболее ярко и добиться успеха. Не бойтесь брать на себя ответственность за новые начинания и пробовать свои силы в непривычных для вас сферах. Будьте гибкими и готовы к переменам. Они приведут вас к значительным успехам как в карьере, так и в личной жизни. Далее рыбы, уважаемые наши рыбы, 2025 год для рыб будет временем глубокого эмоционального и духовного роста. Этот год откроет перед вами возможность лучше понять себя, свои чувства и внутренние желания. Рыбы всегда были известны своей интуицией, и в 2025 году эта способность станет вашим основным источником силы и вдохновения. Важно уделить внимание своим внутренним переживаниям и использовать это время для личной трансформации. Ваша чувствительность и эмпатия станут основными качествами, которые помогут вам не только в личной жизни, но и в карьере. Вы сможете наладить более гармоничные отношения с окружающими людьми, благодаря чему наладится атмосфера доверия и взаимопонимания. Год будет благоприятным для саморазвития, изучения новых духовных практик и поиска гармонии с окружающим миром. Особенно успешными станут проекты, связанные с творчеством или психологией. В личной жизни 2025 год может стать временем укрепления уже существующих отношений или поиска новых связей, которые будут основаны на глубоком духовном и эмоциональном контакте. Рыбы часто привлекают людей, которые нуждаются в их поддержке. В 2025 году вы сможете использовать это качество для создания крепких и надежных связей. Для привлечения денег и удачи в 2025 году рыбам стоит сосредоточиться на своих уникальных способностях к творчеству и интуиции. Этот год станет временем, когда вы сможете превратить свои таланты в источники дохода. Рыбы, которые занимаются искусством, дизайном, музыкой или психологией, смогут достичь финансового успеха, если будут полагаться на свою внутреннюю интуицию. Рыбам также рекомендуется обратить внимание на духовные практики или проекты, связанные с помощью другим людям. Ваши эмоциональные и духовные знания могут стать основой для создания успешного бизнеса или начинания, которое принесет вам не только финансовую стабильность, но и внутреннее удовлетворение. Избегайте рискованных инвестиций и больших трат, полагаясь на интуицию в принятии финансовых решений. Также удачи могут принести занятия, связанные с духовным развитием или благотворительностью. Чем больше вы будете делиться своими внутренними ресурсами с другими, тем больше шансов на получение материальной поддержки и признания. Ваше здоровье в 2025 году будет в целом стабильным, но особое внимание стоит уделить психоэмоциональному состоянию. Рыба – это знак, который воспринимает мир через чувства и эмоции. Часто именно внутренние переживания могут стать причиной физического дискомфорта. Но чтобы избежать переутомления и стресса, важно регулярно расслабляться и уделять внимание своим духовным потребностям. Рекомендуется включить в повседневную рутину медитации, йогу или дыхательные упражнения. Эти практики помогут вам поддерживать внутренний баланс и избавляться от накопленного стресса. Не забывайте о необходимости полноценного отдыха. Рыбам важно время от времени оставаться в уединении, чтобы восстановить силы и зарядиться энергией. Также обратите внимание на водный баланс организма. Вода для рыб является символом очищения и обновления. Регулярные прогулки возле водоемов, плавание или принятие ванн с эфирными маслами помогут вам гармонизировать свою энергию и улучшить общее состояние здоровья. 2025 год станет временем для рыб, когда они смогут раскрыть свой внутренний потенциал и глубоко понять свои истинные желания. Поэтому погружайтесь в творческие проекты, занимайтесь саморазвитием и уделяйте внимание своей интуиции. Это время станет для вас благоприятным для того, чтобы раскрыть свои таланты и использовать их на благо себе и окружающим. Не бойтесь мечтать и следовать своим внутренним импульсам. Ваши способности чувствовать мир на глубоком уровне помогут вам принимать правильные решения и достигать успехов как в личной,
так и в профессиональной жизни. Вот такой, друзья, детальный гороскоп для каждого знака зодиака на 2025 год. Мы желаем, чтобы этот год для вас прошел легко и в изобилии, и в достатке. Всех вам благ, друзья! Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. Но прямо сейчас на экране в виде два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.